Всем привет! Продолжаем проходить новую часть NFS под названием Need for Speed Heat, ну или же Жажда скорости, жара. Значит, в прошлой серии мы остановились на том, что мы прошли гонку с какой-то ненормальной, неадекватной бабой, которая говорила, что у меня выхлопная труба дымится, но это не важно. Сегодня, что я хочу сделать? Я не буду проходить миссию... Сейчас... Я, значит, что такое, блядь? Я не собираюсь сегодня проходить миссию вот с этим вот чудищем, потому что, ну, не с Анькой, в смысле, а вот с этим вот Оскаром, победить Оскара, потому что сегодня я хотел купить машину для дрифта. А, у меня денег нету, да? А, весело, да? Очень круто. А сколько у меня денег? А, 27 тысяч. Вообще круто. Бля, заткнись, пожалуйста. Так, что я могу вообще присмотреть? Так. Бля, самый банальщину выбрать. Ну что еще могу? А, ну она не едет у него. Ай. Блин, ну охренеть они дорогие, короче. Хорошо, самый доступный вариант, что я могу взять? Я могу... Нет, маслкар я не хочу. Сильвия какая-нибудь. Бля, может 370Z взять, а? Она была у меня уже в Крю 2. Смысл ее брать-то? Бля, RX-7, ну, это банальщина вообще, пиздец полный. Мустанги, хуистанги. Так, а если я... Подожди. Я сейчас хочу сделать очень опасную ситуацию. Привет, это Вейн. Если тебе это интересно. В этот раз нормальная трасса, все серьезно. Ты мне говорил уже, все, до свидания, я сказал. Если я сейчас поступлю максимально неадекватно, просто я хотел сегодня дрифт затронуть. Опять вот эти вот Аньки, вот эти вот миссии сюжетные. Сюжет тут крайне короткий, не хочу ее проходить сейчас. Поэтому я поступлю сейчас максимально неадекватно, и, короче, вы сейчас увидите. Мой шаг действий, так сказать, точнее, шаги моих действий, короче, я буду полным долбоёбом. Я хочу сделать этот для дрифта. Вот этот дурак, да? Полнейший какой-то. Ну а чё, мелочиться? Да, всё, давай, строю для дрифта. Спорт, дрифт. Где? Вот это? Ой, бля, как все херится. А про есть? Для показов. Для ралли, для трассы. Да в смысле? А, у меня даже в наличии есть одна. А как, простите, этот? А, вот. Вот так, да? Угу. А, дифференциал. Для показов можно поставить. Для гонок. Для дрифт. Пиздец, все падает, бля. Я как гонки-то на ней проходить буду. Ладно, насрать. Да. Я дурак. Я полнейший просто был утырок. Вот утырок. Вот как можно было такое сделать? А для гонок я другое что-нибудь куплю. Точно. Все. Сейчас в дрифте буду зарабатывать бабки, а потом она мне, короче, для дрифта будет, а для гонка куплю что-нибудь другое. Все, отлично. А может я ведь смогу пройти-то? А, не, уже все, я обосрался полностью. А, ну в принципе-то. Так, дрифт.
А чё всё так весело? Ой, блядь. Ой, блядь. А есть ещё... Ладно. Похер абсолютно. Так, этот порт вонючий. А, поехали сюда. Вообще сейчас заценю, как она бочком едет. Чуть, по-моему, она слишком боком едет. Чуть прям вообще сильно. Ну ладно. Я думаю, я пройду. Бля, да она вообще... Пиздец! Не, я пожалуй, чуть-чуть подубавлю ее на накал, так сказать. Короче, я поставил подвеску немножечко другую. Еще купил нитро 1x6. Ну, то есть у меня был 1x1, я так понял. Это там был еще и 1x3, а я купил 1x6. То есть, если что, если там не будет мощиха, то тебе нитро задействую. То есть оно мне вот такой теперь мощный достаточно. Так, а что подлагивать-то, не понимаю, а? Так. Хорошо, я думаю, мы пройдем эту гонку, ну. Не лям же там набрать-то надо. Вон радар даже прошел, 1500, зашибись. Мне, кстати, денег не осталось вообще. Да ну что, нормально она проходит. Правда, я надеюсь, там дрифт не в горку будет, иначе я вообще не затащу. Будет полный пиздец, если в горку. Потому что она вот до 150 еле-еле разгоняется. После 150 она, по-моему, вообще не набирает. Ну ничего, я сам подписался приговор, если что. Так что... Ничего страшного. Блин, как можно было так вот сделать вот? Z4 M40i для дрифта. Ну это же полный пиздец. Ну вроде едет она, кстати, неплохо. Бочком. Плюс рейтинг еще прибавился. Машина. Нормально, нормально, сейчас пройдем. Мощности бы ей еще прибавить, был вообще офигенно. А так-то она едет. Так-то она... Долго там еще ехать-то? Я задолбался. Блядь. Срезать нигде нельзя, я так понял. Да, нигде нельзя. Почему нельзя? Вот сейчас вот тут заеду и все. Нельзя. Хм. Размечтались, блин. Вот, заехал, зашибись. А, там еще выше надо. Понятно, понятно. Сейчас еще выше заеду. Опа, прилетели нахер. Старт. Ой, сейчас обосрусь. Ой, сейчас обосрусь. Я как по полной так делаюсь. Так, давай, раскочегарим. Движок слабый. 90 тысяч. Ну, мне кажется, ну, не знаю. От трассы зависит. Очень много зависит от трассы. Давай, едь, пожалуйста. Блять. Я понял. Хорошее начало. Вообще. Крутейшее просто. Можно загрузка не такая долгая будет, спасибо. Чё с текстурами-то, блядь?
Да ну нормально, мне кажется. Наберу. Рейтинг какой-то. Пф, похер вообще на него, на этот рейтинг. Блять! Ну ладно, похер. Мне кажется, я наберу. Давай, нитро. Дрифти, пожалуйста, блять. Дрифти, блять. 32%. Тихо, ну куда ты поехал-то? Дурак. Ой, блядь. Ой, блядь, ну куда, что ты делаешь-то, а? Куда ты... Прикол какой-то, блядь, что ли? Куда ты съехал-то? Заезжай давай. Алло, блядь. Ты ебанутый? Ладно, хорошо. Раз ты не способен заехать, я... Заеду с другой стороны, окей. Окей. Раз ты так себя ведешь. Хорошо, блядь. А, ну даже... Я даже не набираю, я понял. Да какой не в ту сторону-то, подожди. Видишь, он это съехал куда-то, блядь, ебанутый. Нет, пиздец, конечно, это, на этой машине дрифт это полный пиздец. Это, блядь, вообще. А еще на клавиатуре это все происходит. Потому что я бомж, у меня нет денег на джойстик. А можно поворачивать-то, блядь, сегодня, нет? Ну, набрать-то я наберу, это вообще похуй. Я уже почти набрал. Пожалуйста, блядь, набрал. Это вообще, на самом деле, не очень сложно было набрать. 138 тысяч. Не надо, пожалуйста, вылетать, игра. Ну там, кстати, с обрыва улетел, но это не важно. 138 тысяч. На сложной сложности я бы, наверное, не затащил. Так, этот дрифт есть. Так, тут дрифт, этот дрифт-ивент небольшой есть. Ну хорошо. На одну звезду набрал. Наверное, мы на этом закончим. Всем огромное спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, если вам понравилась серия. Всем удачи, всем пока-пока, друзья.